Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня я испеку домашний хлеб в цельнозерновой муке с семенами подсолнечника и семенами льна. У меня опара, которая простояла 12 часов. Это опара 100% влажности. Что такое 100% влажность? Это равное количество воды и муки. У меня здесь 200 грамм муки и 200 грамм воды. И 3 грамма свежих дрожжей. И 12 часов она стояла при комнатной температуре. Теперь будем делать хлеб на ней. На этой опаре можно делать пиццу, чиабатту, все что угодно. 1 чайная ложка соли. Я ее размешиваю в 150 граммах воды. У меня соль крупная, я хочу ее размешать, чтобы она растаяла. Я ее выливаю в опару. Добавляю сюда 50 грамм ржаной муки. Ржаная, обдирная. И 250 грамм цельнозерновой муки пшеничной. Также я сюда добавила 1 столовую ложку семян льна и 1 столовую ложку семян подсолнечника. И перемешиваю. Все перемешиваем, смешиваем. Муки больше не добавляем. Минуты 2-3 помесить, смешать все. Все, я затянула пленкой, смешала, затянула пленкой. И оставляю на 20 или на 30 минут. Потом мы его растянем, чтобы развилась клейковина. Обязательно нужно, чтобы развилась клейковина. Так, прошло минут 25, наверное. Оно уже немножко начало подниматься. Сейчас мы ему поможем. Нам надо разбудить его маслечком растительным. Смазала руки. И вот так вот делаем, растягиваем. Все, теперь я его скручиваю так и кладу еще на полчаса, пускай лежит. Через полчаса еще растяну. Прошло еще 30 минут, уже повеселее здесь в мисочке. Опять растягиваем немножко масла. Уже лучше тянется, уже не рвется. Оставляем на 2 часа примерно, чтобы оно хорошо подошло, где-то примерно в 2-3 раза. Прошло чуть больше 2 часов. Вот как много стало его, этого теста. Смотрите, какое красивое. Сейчас мы будем формировать хлеб. Я мочу руки и стол и перекидываю его все на рабочую поверхность. Еще немножко масла возьму. Растянем его, чтобы оно было ровное.
формируем хлеб. Конвертиком сложим. Можно еще раз его растянуть. Оно уже достаточно набрало сил. Уже тяжело его растянуть. Все, вот таким комочком мы кладем на пергаментную бумагу и в какую-нибудь форму ставим для расстойки. Потом вот так с бумагой и переложим на чугунную сковородку, которую мы будем предварительно разогревать в духовке. Все, я накрываю еще, пускай стоит, пока не увеличится в 2-3 раза. Все, тесто наше выросло, расстоялось, поднялось. Сейчас его сделаю прорез, чтобы оно у нас не лопнуло. Наш хлебушек не лопнул. На дно я ставлю посуду с горячей водой. Ставим наш хлебушек. На сковороду. Выпекался наш хлебушек при температуре 230 градусов первые 15 минут. Потом я температуру уменьшила до 200 градусов и выпекала еще 20 минут без водяной бани. Вот такой хлеб. Цельнозерновой, с семенами. Очень хорошо пахнет.